Ты чё, сидел и притворялся мёртвым? Окей. Давайте фулл ребаф. Ну, давайте на пол. А, стоп. Этот. Че вы решили? ХМ? Оп. Ебать. Да ну, блять, время просто пройдем ХМ. В другой давай, раз тогда. Давай. Там сейчас на следующей неделе понерфят. Еще понерфят, нахуй, ага. Да там как бы ваншоты есть, просто добавляются еще. По 100 хп нахуй делают, блять, боссом. Ты стойку там включил? Да, включил. Отбегаем. Нормально вы убежали. Че, мины не посмотрели, что ли? Бэрова ничего. Вставай. Хватит валяться. Беги, малыш, на мужика, беги. Пацаны. Ну и ладно. Че это было? Ну и ладно, блять. Я-то очканул, нахуй. Ну я понял уже все про вас. В пизду нахуй. Умирать лишний раз. Три тела должно быть на рейнже, иначе в мелизону полетит эта зеленая, синяя, красная ракета. Я буду, какой молодец. Аверт нечаянно. Войд в миле постоит. Все. Частицу у тебя ебанул. Садитесь по-разному этим. Вот так. Ага. Дайте кулак по бомжам. Работает, тут нет такая хуйня. Лазерный обстрел за спину. Ебать он легкий, нахуй. Ангера изи вообще. Ебать у него легкие, да? Геру как надо сдал. Да надо было в конце взять. Успокойтесь. Вам зачем на ластфазе гер? На хайме точно в конце надо. Бить. А, ну я понял. Женек это решил умереть на ластфазе сразу. Смотрите на бомбе, не умрите. Залить надо, не? Пиздят? Да можешь срывать. Три хила. Оху, да? Конечно. Ну все, ну. Только миликов не взрывай. Так вообще привык. Плю я расставил сразу. Бейте в голову.
Сейчас бомбу поймает. Кидай сразу. Огонь. Малыша добей. Выпадет ли четвертый кусок Т-8, сука? Артстайл, как думаешь, кого открыть? Ретрика, танка или хила? Пизда, много, ребята. В тело, в тело. Я так, без заспину. Ладно. Все в тело. Все в тело играем. Я встану. О, вот это плохо. В тело добиваем. Отошли все, отошли. Блин, он в меня все... Нахуй вам тут танк нужен, пацаны? Нужен. Поднимайте. Тем более, который падает, нахуй. Да ты то ли по минам, то ли что ты, как ты сдох там? Не-не, я от обстрела не убежал. Паладин, жрец, чернокнижник и броня не нужна. О, ну, да ну нафиг, реально что ли голова, ебать? Нихуя. Ебать. Вот это сюрприз. Ретрика. Блять, ролик не работает, хуёво, блять. Торима. Три куска у меня плечи были. Угу. Надо будет открывать сейчас чарить эту хуйню. Ну ничего, я думаю, эти хлопоты тебе понравятся. Смотреть, какой там бис. Это 19-е же шмотки. Потом надо какой-то офсет. А, там же продается что-то, ноги, да, продаются? Ебать, а почему они все 4 нас ставились? А, стоп, офсет, это руки, ноги. А, и руки еще. Надо глянуть, что там за ОД. Может, есть что нормальное. Ну, ноги ничего. Да. Прям на ретрика хорошая. Ну тогда надо, чтобы сейчас с этого выпало еще, блядь, кусок. Оранжерея жизнь не ценю. Теперь по карте смотри, где мы. Ну 39-е я не мечтаю. А 39-е это с кого? Пацаны, оверхильте меня нахуй, на мне стаков, я ебу нахуй. Делаем. Вариантов. А ты кидай оковы и съебывай от ракотанов. Съебывай, мы не захилим, сейчас шотать начнет. Кидайте оковы по другим мобам. Кидай, женек. Они убьют его нахуй. Во. Я по двоим кинул. Не танчи, нахуй танчить то, что не танчится. Кайте, кайте этих петухов. Лучше покайте, без чем сдохнуть. Я все срезу, расскажу нахуй. Все, пацаны, я готов, я заряжен. Давай, иди сюда, сука, кто там меня хотел. Что, скинул, да? Да. Вот, заебись.
Вот эти вот дураки на Йоксароне, они раньше тоже вот это контролю поддавались, усяковым, всем замедлением. А сейчас, ну, это неправильно сделать, что они не контролятся. Кстати, я на Уфе не знаю. Да я не знаю, как так они нахуй сагрили из дальней комнаты. Блин, типа. Вар всего-то кинул эту, блядь. Оружие свое, нахуй. А больше, а, набирается 17 статов, блядь. Броня снижена на 85%. Ну-ка, нахуй, сколько? 3900, пацаны, я как маг, нахуй. У мага и то больше. Ну, если в ледяной доспех включишь, больше будет. Кошка что-то разоралась. Я ее пинками убедил подождать в туалете. Какой-то добрый. Да у меня тут как бы спят все. Пошла на жопу. Тут, кстати, тоже не знаю насчет, что там, блядь. Как мы били-то? Мы убивали ХМ с вами, не? Да. Ну ты с Гаваем убивал вроде. Да. А со Срезом, по-моему, я не убивал. Не знаю. Нет, мы не успели. Сейчас изи, блядь, сейчас хп нахуй еще понерфили, кого тут нахуй сейчас вообще убивать. Вы за танка хотите? Танк, по-моему, не нужен. Порой тут не нужен в коридоре, нахуй. Или где он не нужен? Два танка. Мол, одного танка можно. Или в комнате не нужен. В комнате не нужен. Чего, в комнате нужен танк, в арене не нужен. В кишке не нужен, а на арене... В кишке нужен, а арене не нужен. Да. Док, обратно. Мы два танка убивали в десятке, похуй, типа. Сейчас их вообще срезали, нахуй, тут вообще убивать, мне кажется. В одного танка пойдет. Главное, смотрите, пожалуйста, куда он будет давать зону свою. Вы же в курсе за этот скин? Да, я в курсе. А он один моб такой, да, там? Да нет, я не про мобы, я про вторую фазу. Чё, ты в комнату или я пойдешь? В комнату? Куда? Срез. Вот этот скилл, он накрывает зону, но кастуется не сразу. По полу такие искорки идут. Вот из этих искорок нужно выбежать будет. И переместиться на время в, ну, просто в другую часть. Так, столовка, ты пойдешь, наверное, со мной в кишку. Войд, ты здесь похилишь? Или... Не, давай лучше я похилю, в прошлый раз у тебя проблемы были. Давай-ка ты со столовкой пойдешь. А, кто с тобой пойдет? Хант обязательно. Рога. Ну и маг, нахуй. Да нахуя Рога? Ему этот магу сало будет здесь давать в комнате, а Роги заебись. Тут же сало кастерам дает. Маг и хант нормально будет. Но они не пройдут тогда на ХМ. Ну третьего сову тогда. Хорошо, сова туда тогда тоже идет. Так, и Войд. Вот. Первая пати идет в кишку, вторая здесь стоит. Нет, Аверн, ты идешь в кишку. Так, каску крест раздай. Чек на бак. Еще раз, какой молодец, нечаянно, столовка Void Light, Аверн в кишку. Все, пуля. Че там, какого-то бафа не хватает, интеллект что-то мало. Ну,
Главное, что девушки гениальности. Первых мобов же можно просто, да, там призвать, ну, как так тянуть, типа, да. Угу. За то, что посмели вмешаться. Погодите, вы? Я помню вас. Это было в горах. Но вы? Что это? Где кто я? Кто мой повелитель? Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Их нужно остановить. Пробудить это видно. Правую заряжаю, по правой идем. Левую, правую. Давайте. Молодцы. Блять, я встань, пацаны. Постоянно будешь встань. Давай, давай, ебашим. Куеплёта этого. Отворачиваю чуть-чуть это самое, и боком. Гасите его нахуй. Ебать, он сдох нахуй. Больше не будет, да, такого моба? Ну, наверху там большой еще будет. Такого нет. Бежит пидор. Бать, мы разносим. Полетели, полетели. Этот кастует? Минута времени. Быстрее, быстрее, быстрее. Только большого. Этих мелких не трогай. Большого зергаем. Минута времени, блять, проебать можем. Большого, большого. 200 тысяч. Разъебывать. Сколько времени? 35. Этого дать надо. Приморозь. По центру не беги, нахуя ты по центру бежишь? Потому что долбоеб. Сука, ты чё, блядь? Вот кто сейчас держать босса будет, я не ебу нахуй. Кто там быстренько, женек нахуй, фрост стойку или что-то там делаете? Не, он не проэтывается, ну. Ты разморозишься тут. Все, я бегу. Блять. Вы что, без танка, что? Да, нахуй. Ну все, тогда ложимся. Не-не-не-не-не, этот. Бейте, кто там нахуй, в стойке. Че, ну гораешь что ли? Нет, это не. Сейчас его освободи. Тебя освободило там? Да, 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 да. Ну беги, ёбаный бро. Давайте. Милики рассосите. Ёбаный долбоёб, пацаны. Я реально еблан, походу, нахуй. Вот видите, по полу пошли эти. Сейчас он даст туда за разряд. Короче, этого хилим. Хорошенько друг затай. Нахер, не туда он дал. Сука, ты что, по второму кругу побежал, блядь? Молния случай. Молния, блядь. По краю надо бежать, там же замораживать. Две ловушки там или три, блядь. А я раз нахуй в это самое, блядь, по тут вот до сюда дохожу, типа, блядь. Ладно, все, теперь знает. Все. Ничего страшного. Бежит такой. Я еще, блядь, не успел сказать. Раньше комнаты вообще не проходили, типа, блядь. Короче, по краю бежишь по правому, потому что там в центре невидимые эти ловушки. Да я уже понял. Блять, я не успел сказать просто, сука. Я не знал, что ты не знаешь, блядь. Ну вот, не знаю. Типа знаю, что говорили, блядь, а чё, кого где на. А потом, короче, когда вы начали босса бить, вот эти молнии, нахуй, которые заряжаются, да, на этом пьедестале, где босс стоял,
Я туда подбегаю, они меня просто шотают, нахуй. Стал рыбу ешьте. Док Билл ушел, не? Да. Счастье, канал это придет, чего? Тебе, блядь, переделать ветку надо, потому что у тебя вот смотри, вот этот талант, это 3% просто по тебе будет миссовать все боссы. Нет. Это топовый талант считается для того. Нет. И вот этот две взять. Скажи предчувствие 5% прокачать, нахуй. Нахуя тебе предчувствие? Ну тоже 5% уклонения делать, не? Это совсем боль. Ну это другая хуйня. Ну как другая? Нет, это твое уклонение. А тут снижает вероятность попадания. Да. Смотри, мне либо 3% качать, либо воля мертвых нахуй качать, но. Ну ты. Я хуй знаю, ты вот черный, вот этот черный лед, блять, это все параша, блять. Вот этот ледяной рубеж лучше возьми, блять. Нахуя тебе 4 машины жизни? Нахуя? Просто смотри, если ты, ну типа, я хуй знаю, сколько ты играешь за ДК, блять, но я тебе говорю спек, который пиздец просто, весь контент затанчивает. Вот эта машина для убийства, она нахуй нужна. Туда одно очко кидаешь и похуй. Согласен. Хлопнул там. А так, в принципе... Нормальный спек, более-менее, плюс-минус. Хладную броню 3 надо брать. Ты Гавайю говори, но он мне сказал, что спекнуть, нахуй, то спекнул. Ох. Ты просто, ну, 3% будет по тебе боссы хуярить. А по тем, у кого вкачано, будет 3% промахиваться по ним будет. Все боссы, блядь, личи, все халионы, блядь, будут просто промахи хуярить. Кстати, еще смотри, что есть. Вот. Вот что я даю еще. Просто потому что я рядом. Вот эти вот все увеличения, там кровавая месть, блять, криты, блять, это все параша. Че у ханта не так? Кулак не то. ДК танк это меткость и выносливость. Все, ладно, потом. Погнали. Званые гости. Разлетаются. Вы заплатите за то, что посмели вмешаться. Погодите, вы? Я помню вас. Как бы они их, блять, обратно не пофиксили, блять. Не увеличили им хп, блять. Что это? Ловим момент. Повелитель, зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Их нужно остановить. Я эти метки для чего расставил? Танк танчит звездочки. А милики стоят со стороны меток. У вас тут раз, два, три, четыре. То есть рога тога кому-нибудь еще встанет. Например, рога тога может к догу встать. Дог самый жирный. Выйдите из-за входа ворот, блять. Он сейчас свейдится нахуй. Встаньте ему сбоку. Блять, пока говорил, он уже сдох.
Так и тактику хуй узнаешь, блядь, на таких нерфах, блядь. Воспоминания сив хочу, капец. Че, триняешь, да, или что? Да, а то у меня, блин, на СПД шикрит. Вообще лажа. Для хила. Женек, наверное, на РПБ хочет тренить вместе из догов. Че по времени? Заебись, че. Так, по бокам, да? Угу. Там Женек падает. Блядь, Женек, ну пожмись. Живите там, блядь, живите. Шивы там, ванишь. Они меня как бы станут. Понимаю. Нечаянно боженька. Ну куда еще поди, блядь? Стоунти этого пидора, если получится. Пробудитель. Нечаянно иннер. Если есть. Да, блять, просто как-то, блять, надо выжить, нахуй. Хули, блять, минус 2, нахуй. Да, очень плохой рандом. Один раз очень неудачно нас отпинали. Пацанов 6 штук появилось. И сразу же появились пацанчики мелкие, которые мне косты сбивали. Боб, пробуй там шмарстаут я кину. Должно помочь. Кстати, да, выставь себе Боб, я попрошу в таких случаях кидать на меня. Ну это как-то да. Заранее надо, что они появляются, типа в критичной ситуации. Я думал, что у нас такое случится, если честно. У нас в прошлый раз, у нас ну уже второй раз такое за этот трай, то есть первый раз мы отбились, ну не проблема была. Надо, чтобы они вот когда появились, на тебя бежали, как-то, чтобы себя их забирали до того, пока они до тебя не дошли.
Ну, нужно, да. Нужно было в какой-то луже залезть или чё, хрен его поймешь. Я вроде в луже стоял, но все равно сбивали косты. В смысле, это лупили меня в мире. У меня и так цепуха. Не самая быстрая. 2,1 секунды. На готовность. Поехали. Что-то полтора косаря мана не хватает для чили. Заплатите за то, что посмели вмешаться. Погодите, вы? Я помню вас. А, или это в группе с кем-то был, да? Кто ману дает? Что это? Где я даю ману. Я до этого всех ману-юзеров, которым это критично, к себе перетаскивал. Пацаны, ща плюхнет. Плюха. Не стоит, у ворот, он в тебя чаржнется и сэвэйдится. У меня промазало это лик. На хила побежал. Живите там, блядь, что вы прожимаете, я хуй знаю. Все нормально. Так разошлись по меткам. Это невозможно. Торим, не сомневайся. Твоих врагов ждет ледяная смерть. И башен. Радар соблюдаем. Yeah.
поставил тотем от сил природы. Не увидел. Слишком плотно хилить. Просто помогал. Убирайте эту суку. Давай, 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 давай. Сука, блядь, давай. Срез мечту. Торим так сказал. Мое королевство затмил разум моего брата и убил мою жену. Герои, теперь вам предстоит отомстить за нас всех. Это будет непросто, но я готов помочь вам. Вы должны победить. О, где че я ебешь, нихуя. Давайте, топовая выпал. Идите нахуй, а? Давайте еще. Да. Давай, забирай у него нахуй и на пуху махни. Да, я так и планирую нахуй. Нет. Не, на самом деле, объективно, это Догу заебись пойдет. Ну, да. Или кому? Или Роги, да? Дог первый на очереди, извини, Рога. Ну, она реально по очереди прям топовая вещь. Он ее никогда не поменяет. Ебать. Я нахуй сейчас у Женька буду все сраливать, нахуй. Пизду за пуху, нахуй. Даже если не надо, я скажу, мне надо, нахуй, чтоб лежал-то, блин. Ой, тебе 3 токена, а ему 1. А тебе на какой спек надо? На танка? Кому? Хант. Хант тебе надо? А? Ну, артстайл лови. Алгалон, алгалон. Блять, там нахапало такой аксессуар охуенный, да? Этот метеоритный кристалл. Секс, просто секс. Я со связок сам мечтаю полутать пуху. Док, ну иди сама не. На сама на один кто-нибудь телепорт здесь. А, долетит. Ну погнали. Когда, блядь, щит выпадет, сука, интеллектовый? Я заебался с этим оффхендом ходить его еще. Никогда. Бега. Пиздец. О, ставил док. Чего? Войт, ты чем там занят? Бегу.
Толка, давай, иди гуляй этих пацанов, чё ждёшь? Надо верить. Я вы пацаны. Ну нахуй так делать. Да, офицер. Это называется, когда танк сидит, спит, но. Я так собьем и пойдем спать. Я только когда вижу, короче, что рейд лежит. Такое думаю, а что это, что вообще я делаю, нахуй. Это все, ну. Сиди, живи там, нахуй. Давайте подтянем. О, срез подлетел. Ля, красота. Я уже пета схавать хотел. Не, у меня чисто такое состояние, нахуй, тупо из-за работы, блядь. Даже после работы сегодня. Ну как-то живу. Ладно, сменчик сегодня новость радостную сказал, блядь. Свичнитесь во второго там. Видели мой выбор славы на 4489 скрита. О, сила шея на танка. Кому? Где? Шо, какая? Чё, 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 чё? Швиль протёр. Протектората, я прочитал пролетариата, блядь. Пыль протирата. Бутирата. А чё, когда мы ластату убивать будем? Когда-нибудь. Не в этот раз. Бля, надо как-то допромос будет сделать. Ну. Ты угораешь, что ли? Ты ж там это, не способен прийти. Чё? Способен? Чё способен? Я говорю, прийти. Блядь, ну день через день работаю, день-то все равно как-никак есть же, ну. Ну, сегодня же сижу как-то. Уставший, конечно, блядь, ну. Подумаем после Везекса. Давай, ждешь. Воскресенье было вообще изи, ну. Изи, блядь. Что там у вас происходит? Ух, парни, ебут. Собьем, пожалуйста, ребят. Куда вы бьете, мне интересно. Кого? А? Ну, вот, Робби бегает, чувак. Сказ бить, я в... Сука. Он хилится, тварь, еще. Где же они хилят всех? А чё, тремор тут не работает, да? А, это не мотажи.
Что там, пацанов, по мане? Нормально все? Моба. Ебать, там пацанам плохо, но... Мне мало маны. Пацаны, у кого ключ есть? А ты в хиле идешь? Ты в хиле все это время был? Да. Я думаю, хули про хила нету, нахуй. Да я бежал, ебать, прибежал, сдох, нахуй. Хила нет. Да это шутка, что-то фраза. Без проблем. Изи вообще. На самом деле, больше всего часть времени тебя именно будет хилить, потому что рейд надо поднимать. Ну, понятно. У тебя цепнуха вся хуйня там. На тебе обычно от меня только щит и сопля. А, соплями меня брызгаешь, да? Понял. Пиздел. Лови письма. Так. Вот это вот чепуху рога сапнет. Вот этот вот чепуху. Маг будет шипить. Вот этого придурка артстайл, который в черепе. Лапу дай. Все, давай рога. Угу. Давай артстайл. Играем по душегубу. Душегубу. Закончился душегуб. Играем по... Господи, элементалю. Лучше стража слить, он уезжает сильно. Ну, в принципе, и того, давай. Чё, крест потом? Кого тянуть? Новичку. А, не, крест. Крест мы не можем обновичком. Я нахуй сейчас кастану, сразу мут ему на 4 секунды. 4 секунды, пацаны, запинать есть. Да, он улетел. Вот цикло, блин. Так, потом череп, да? Потому что луну можно заовцевать, будет похуй. Это пока я не овца. Нормально, покорная овца. Чтоб не бегала. Понимаю, но... Сейчас в стену ТПшница, чекайте. Не успеет. Не, Рога, давай-ка ты пойдешь вот сюда. Этого сад не по нас отставил. А этого шипанет. Маг. Будем бить в кого? Во стража. Или подожди, там кто еще? А, там еще пиромант. Пироманта тени, который без метки. Взял? Кто? Блять, пиромант. Ты читать не умеешь или че? В
Сумеречный романт. Вот, ладно, хорошо, я тебе звезду поставлю. Звезду, ну, вообще-то я на ней таргетом. Алло, здрасте, привет. Чини тогда, а вы сабы. В чем проблема? У тебя там аддон забагался, что ли? Чего аддон? Ну, не знаю, сам... почему ты меня видишь, что ты я... Слышишь меня, нет? Че? Себя слышишь? Ну. Сказал кого? Я тебе сказал кого? Ты говоришь кого? Ну, ты мне 10 раз это повторил. Я думал, ну ты что, это не видишь там, да? Короче, забей. Не вижу. Просто забей. А чё череп бесит, пацаны? Давайте в череп. Да. Череп больно бьет, а вар это... Блять, я внимательно стою. Ух. Да чё этот пидор за мной бегает? Ебать, нажми чё-нибудь. Ну, не нравишься, но. Не нравятся мне пидоры, не, ну и нах. Крест побежал, крест. Да произвол судьбы, блядь, хила. Хуй на этого вара, типа. Мут ему дал на 4 секунды. Ну все тут понятно. Че, может, Йоксарона попробуем все-таки, не? Посмотрим. Или все спать.